В последнее время в обществе обостряется проблема бытового насилия. Даже в этом году несколько женщин погибло от рук мужей. К счастью, в областном центре есть центр по уходу за женщинами, оказавшимися в трудной ситуации. Матери и дети могут проживать там бесплатно до полугода. Женщина, представившаяся Айлин, говорит, что привыкла к ежедневным крикам мужа, за которым она замужем уже 15 лет. Но она поняла, что ее супруг, который во время последнего конфликта гонялся за ней с ножом, не изменится. За 15 лет она жила с ним и в горе, и в радости вместе. А на страстную натуру своего партнера она закрывала глаза. Долгое время она старалась не противиться тому, что говорил ее партнер, поскольку заботилась о сыне и дочери, дабы дети росли в полной семье. Причина драки в том, что во мне не видели человека. Я не должна повышать голос, я всегда должна чуть ли не на коленях стоять рядом с ним. У человека должно быть уважение друг к другу. У нас же уважения нет совсем. Мы не слышим друг друга, нет понимания. Те, кто оскорбляет своего супруга дома, это те, кто в детстве подвергался давлению со стороны родителей или других людей и получил психологическую травму. Как показывает практика, мальчик, выросший среди агрессии, с юных лет проявляет силу к слабым и дает сдачи, когда вырастает. Человек важное значение имеет то, в какой семье вырос сам человек, да? И те семейные ценности, которые есть в его семье, в которой он сам воспитывался, какие отношения, какие ценности и традиции были в семье, в которой он сам воспитывался, и что важное он извлек из семьи этой, и как он все это переносит во взрослую жизнь, то есть когда он строит сам свою семью. Те травмы, которые были в его детстве, они переносится в ту семью, в которой он сам ее создает. Недаром говорят, яблочко от яблони недалеко падает, поэтому в законодательство внесены изменения, дабы предотвратить ситуации, приводящие к трагедиям, и уменьшить количество как преступников, так и жертв. Отныне наказание виновных в домашнем насилии станет более суровым. Василий Павлидев, Фариза Асылбекова, Павел Соловьев, Жамбыл Болтаев, Кокши Акпарат.